такая чудесная погода. Пойдем гулять и ничего не делать. Эй, вы куда? Мы же к ЕГЭ готовимся. У нас и без ЕГЭ все будет хорошо. Мы же олимпиадницы. За что, скажите, я ищу везде иксы? Неужто пригодятся ударения или суффиксы? Ну, вот это помешало бы. В задачах про бассейны я иду ко дну. В литературе я тону, как бедная муму. Потратим столько времени и пользы никакой. Все тесты прорешаем мы, а знаний также ноль. Жизнь моя стала пуста, как у Элджея глаза. Ну и к черту ЕГЭ! И что это за несанкционированная акция с участием школьников? Мой совет тебе один, бросьте ерунду! Вон подруги мамы, сын, метят в МГУ. Если низкий будет балл, то прощай бюджет. Попытаешься списать, покинешь кабинет. Кимы, лосари, мешки под глазами, металлоискатель. Ну, есть варианты. ЕГЭ это праздник, ЕГЭ это... Стоп! Это так себе мотивация! Вы меня все достали. Я не буду сдавать ЕГЭ. Воу-воу-воу, полегче! Знаете, что объединяет Стива Джобса и этого парня? Они оба не заканчивали университет. Вы кто такие? Мы Орден Сопротивления. Немного SMM, немного биткоина, немного пластиковые окна. Тебе не нужно сдавать ЕГЭ. Го с нами фрилансить, а знания получишь на мастер-классах. А ежегодную диспансеризацию он тоже на мастер-классе пройдет? Мы Орден Порядка. Правила созданы для того, чтобы их соблюдать. Даже не думай, парню только недавно разрешили выбирать себе одежду, а ты уже хочешь, чтобы он выбрал себе вуз? А ты хочешь, чтобы он как пошлое море у Дудя сидел, да? Ничего умного не сказал. Да он хотя бы был искренним и настоящим. Самое короткое интервью. Так, что так громко? Давайте тише, как рыбы. Я на вахте. Ой, простите. Эй. Расскажу тебе о плюсах нашей стороны. 3К. Комьюнити. Креатив. Кофеин. Коворкин. Обитель людей, которые сделали себя сами. Ты сам глава, тебе никто не босс. Карьера не важна, важно наличие могос. Лишь на 12 дня стоит будильник твой. И если ты захочешь, друг, то будет выходной. А как без пенсии ты будешь жить? Конечно, если сможешь до нее дожить. Зимой слетаешь на Гоа, ведь благо есть прилаз. А если не пошли дела, то встанешь за одну из касс. Подумай ты, зачем сдавать ЕГЭ? Воу-воу-воу-воу! Вы что путаете, парня? ЕГЭ нужно сдавать. ЕГЭ наше все, без ЕГЭ никуда. А вы кто? Репетитор по ЕГЭ. Отстаньте от меня. Это моя жизнь. Это мой выбор. Не ваш. Не ваш. И не ваш. Сдавай ЕГЭ! А вы разве застали ЕГЭ? Знаешь, нет разницы, сдавать ЕГЭ или экзамен старого формата. Это лишь одно из испытаний, которое тебе подкинет сама судьба. Не ходи по мокрому полу! Чтобы доказать себе, что ты готов ко взрослой жизни.
Ну а так, решать тебе, парень. Как сдал? Нормально. Но можно было лучше. Столько времени в коворкинге потратили. Не огорчайся. Знаешь, что общего у Ленина и Стива Джобса? Отчисление с первого курса. У тебя еще есть возможность стать человеком. Просто... Это мы это уже слышали. Ребята, пополнение. Ты сдал экзамены, попал в отличный вуз. Теперь попробуешь взрослый жизненный вкус. Иди вперед, запомни навсегда, студенческие года не забудь никогда. Пой и люби, учись творить, живи. Слушай, ну ты же сказал ему, что теперь такие жесткие экзамены у него будут каждые полгода. Нет. А так, ребят, не расходимся. Снимаем еще один нравоучительный мюзикл. Давайте.